Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. Дима Дмитренко и Оля Рапунцель готовятся к свадьбе. Ольга выбирает оформление банкетного зала, а Дима отвечает за мужские напитки. «Я пока остановил свой выбор на водке «Косолаповка», – пишет он. «А вы что посоветуете?» В сети появились фотографии Леры Фрост, сделанные 5 лет назад. В таком образе и с лишними килограммами ее с трудом можно узнать. В последнее время Маша Кахно и Марина Африкантова очень сильно сдружились. Подписчики сравнивают внешность девушек и отмечают, что Кахно стала выглядеть гораздо лучше. Девушек даже стало трудно отличить друг от друга. В одной из фан-групп, посвященных Дому-2, провели голосование. Выбирали самую красивую гостью на свадьбе у Таты Абрамсон и Валеры Блюменкранца. И большинство голосов, около 50%, было все-таки отдано Марине Африкантовой. Дарина Маркина передает подписчикам привет. Ей сделали операцию, и теперь предстоит сложный восстановительный период. Девушка расстраивается, потому что первое время на поляне ей придется ходить на костылях, и она не сможет носить обувь на высоком каблуке. Эллу Суханову критикуют за нескромный снимок, на котором видны ее соски. Недавно Элла сделала операцию по увеличению груди и теперь не упускает ни одной возможности продемонстрировать эффектный бюст. Лиза Кутузова намерена написать книгу о своей жизни. Она хочет всем рассказать о своем детстве, ее очень строго воспитывали и ей не хватало любви. Теперь своим малышам она старается дать как можно больше нежности и любви, чтобы они знали, что это такое, и не искали любовь на стороне, как пришлось делать Лизе. Антон Гусев и Вика Романец переехали в трехэтажный особняк. Проживание им обходится теперь в 130 тысяч рублей в месяц. Недавно Саша Артемова объявила о том, что подает документы, чтобы получить российское гражданство. А теперь и Вика сообщила в прямом эфире Instagram, что уже летом станет гражданкой России. У бывшего участника Дома-2 Руслана Проскурова родилась дочь. Девочку назвали красивым именем Есения. Руслан запомнился зрителям отношениями с Викой Карасевой. Он несколько раз возвращался на проект. И в последний раз в 2015 году он ушел с проекта вместе со своей девушкой Оксаной, которая и стала матерью его очаровательной дочери. Елена Бушина устроила пышное мероприятие в честь дня рождения своей дочери Лауры. Девочке исполнилось 3 года. Праздник проходил в одном из элитных ресторанов. Были приглашены многочисленные подруги Лены со своими детьми. Это Ксения Бородина, Маргарита Агибалова, Наталья Варвина с мужем. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома-2 на канале ТНТ.